Более трех десятков жителей станицы Гастагаевская, среди которых ветераны труда, активисты территориального общественного самоуправления, сотрудники городской администрации и просто неравнодушные люди вышли на субботник в рощу, которая находится на въезде в станицу. Участники занимались побелкой стволов деревьев, а также другими сезонными работами. Роща из более чем 300 деревьев появилась по инициативе предыдущего главы Николая Баюра. Сейчас он на пенсии и избран руководителем одного из ТОСов. Здесь растут ясени, клены и акации. Организаторы говорят, что за 2,5 часа успели сделать все, что было запланировано, несмотря на дождь. Мы уже привыкли, сельские жители, нам это не затрудняет поработать для блага нашего города, города-курорта Анапы, для нашего Гастагаевского сельского округа и вообще города воинской славы. Мы шествуем, конечно, уже постоянно. Мы здесь, это наш участок, уже многие года мы его обрабатываем. Сейчас вот подойдет зелень, мы скосим все это, и у нас это лицо станицы Гастагаевской. Как же не ухаживать нам, уже труженикам, заслуженным пенсионерам, как же не ухаживать и не показать прекрасное наше лицо нашего Гастагая?